Привет, Казань, привет, фестиваль. Меня зовут Олег, и я из Екатеринбурга. Уже несколько лет я делаю фильмы о весенних приключениях нашей легендарной команды. Приключения наши всегда связаны с водным туризмом, а команда наша чисто мужская, очень сплоченная, хотя люди собрались самые-самые разные. У нас есть, например, профессиональный тамада, есть учитель физкультуры, есть ветеринар. Вот человеческого доктора, к сожалению, нет. Поэтому фильмы наши получаются всегда с юмором, всегда оригинальные, всегда музыкальные. Один из таких фильмов, ну, естественно, отредактированный до рамок фестиваля, вы сегодня увидите. Очень надеюсь, что вам понравится. Еще раз спасибо, всем удачи!